Дима, Дим, слышишь, вот как ты думаешь, какой цвет мне больше подойдет? Никакой. В смысле никакой? Подожди, подожди, Дим, сейчас, сейчас, я еще покажу. Выберешь из этих сейчас. Так, вот такая вот есть. Это вот тоже прикольная. А ну, Дим, посмотри, а вот так вот, какая лучше? Никакая, Дарин, я ж тебе сказал, мне девочки вообще с накрашенными губами не нравятся. В смысле, Дима? Ну, девочки, у которых не накрашенные губы, они не яркие, не интересные. Ну, выбери хотя бы одну, самую-самую красивую, ну, пожалуйста. Третья. О, спасибо, Дима. Подожди, Дим, а третья с какой стороны? Сверху или которая снизу? Дарина, которая посередине. Посередине? Дим, ну их тут две посередине. Ну, пожалуйста, выбери одну. Дарина, та, что светлее. О, спасибо, Дима. Блин, я зеркало забыла. Дим, Дим. У тебя случайно нету зеркала, пожалуйста. Дарина, мне зеркало не надо. Я и так красивый. Ага, красивый, красивый. В общем, в телефоне накрашу. Всем привет. Анечка, сегодня ты одна, Витя себе больше рюкзак не носит, да? А я не хочу, чтобы он мне его носил. Мне самой спину нужно выравнивать. Ну да, да, конечно, просто выравнивать спину надо. Да просто Витя больше уже не с тобой, вот и все. Дрина, как всегда, хватит подкалывать. Ань, так что правда, Витя теперь с Олимпиадой, она уже не Аночка. Ничего не знаю, я с ней созванивалась и не списывалась. И вообще, я его заблокировала. Ну да, конечно, ты его заблокировал. Может быть, он тебя заблокировал. Дим, Дим, ну что, как получилось? Слишком ярко, я вообще-то другой цвет выбирал. Фу, ужасно получилось, как проститутка намазалась. В смысле? Ни на кого я не похожа. Просто сейчас так модно. А ты сиди там и плачь, неудачница. Слушай, сейчас ты будешь плакать, если я встану. Ой, да ладно тебе, Ань, я ведь просто пошутила. Ребята, всем привет! Привет! Уйди от меня! Не хочешь? Шути с губами! А что, нравится, да? Нравится? Да, очень страшная какая-то моя война! Ой, блин, ничего, красоте просто не понимаете! Привет, Дима! Здорово! А что для тебя такое? Ведь, короче, Валюка поднаставляла там 3, 2, 1, а я вот закрасил их маркером, этим корректором, и поднаставлял 10, 12, 1. Ну, короче, смотри, что у меня есть. Ну, ящик. Да, новый купил. Ну, ты, ну, о том же, о чем я думаю. Да. Только иди в конец класса. Окей. Ну что, готов, я кидаю? Витя, секунду. Сажусь. Все, я готов, кидай. Да ну, Витя, ну как так можно было бросить? В руки надо было ровнее бросать. Короче, один бросать не умеет, другой ловить не умеет. Ай, блин, Витя! Все умеют, сиди молча. Дима, лови нормально. О, нормалек. На, лови. Все, его конец класса. Конечно, спроси, каждый дурак сможешь словить. Эй, блин, Витя, ну у меня же прическа. Как тебе прическа, папа? Блин, я не выравнивала, знаешь сколько? Димон, лови. О, молодец. Ну, понятно, если бы не такой вратарь, как я, то никто бы другой не стрелил. Лови обратно. Спортсмен только я. О, так нормально. А тебе, Витя, смотри, крученый, как учили. Тебе вот я хорошо бросил, не надо будет к пластическому хирургу идти. Блин, что ты такой растрепанный? От старшеклассника бежал. Все-таки получил, да? Нет, не получил. Так тебе и
надо. Слышь, малой, я смотрю, ты хорошо бегаешь, раз от старшеклассников сбежал. Лови мяч. Бери, лови мяч. Ты нормальная вообще? Дура. Аня, ты вообще нормальная? Ты зачем на мяч плюешь? Витя, все, больше к ней не бросай. Конечно, не бросай. Всем привет. Привет, Паша. Привет. Что? Опа-на! Ты чё, офигел, блин? Сядь на место, сам возил! Дима, лови! Ага. Слышь, Пашок, я не понял, что ты с Анькой целуешься? Поцелуйся с мячиком! Чё, блин, офигел? Слышь, Пашок, мяч верни, он вообще-то не твой. Не собирайся такой мяч отдавать, ты не страдаешь. Правда, вот и не надо, они не в голову. Витя, дебил! Какой мяч? Где мяч? Паш, не давай мяч, не так, ты мяч отвернешься, да, не реально. Не давай, не давай. Не давай мяч. Куда? Слышь? Молодец, Паш, давай. Паш, не давай. Не давай руки. Опа, на. Мяч, я дал. Давай, отстань. Всем привет. Привет. Ой, блин. Не буду я его убирать. А ну подняла и выгрузила его. Тебе надо, ты и поднимай. Алло, ребята, вы видели? Вы слышали, что она говорит? Слышишь, говорю по-хорошему. Подними и вытруси. Слышь, Дарина, она все правильно сделала. Лера, не поднимай рюкзак. Ничего себе. Молчи, жируха. На себя посмотри. Там я решил документы сложить. Спасибо, я это могу сама сделать. Давай на место. Итак, Дима, разобрались мы с Олимпиадой Александровной. Временно она отстранена от преподавания. И у вас будет новый учитель физкультуры. Нормально все будет. Валентина Ивановна, а кто будет? Что это за учитель? Мужчина или женщина? Старый или молодая? Главное, что это будет профессионал своего дела. Как оказалось, наша Олимпиада Александровна занимается непонятно чем. Витя, а ты что? Додуматься, жениться на учителе. Что я? Валентина, она его заставила, насильно. Да. Да он просто гений, просто представь, тетя. По физре 12, одни двенадцатки. Он такой гений, блин. Паша. Если такое решение и примет Витя когда-нибудь, то только когда ему исполнится 16 лет, и Олимпиада Александровна будет беременна от него. А на данный момент нет. И вообще хватит об этом думать. Достаем тетради. Тема сегодняшнего урока – строение мужского полового органа. Не вижу ничего смешного. Че ты ржешь? Потому что тема дурная. Ничего она не дурная. Итак, записываем тему урока. Анатомия и физиология мужской мочеполовой системы. Валентина Ивановна, а можете тему на доске записать, но я просто ее не услышал. Ничего я не буду записывать. Я думаю, тему напишет нам Анечка. Анечка, выходи. Валентина Ивановна, ну я тоже тему не запомнила. Иди, иди, закройся. Аня, ну что ты слушаешь? Я вообще не знаю. Тема такая интересная сегодня. Кто запомнил, кто запишет? Витя. Я хочу. А еще я могу не только записать, а еще и зарисовать. Давай, давай. Так, какой цвет? Так. Это мужской, так скажем, вулкан. Тут у нас происходит, когда вулкан взрывается, знаете что? Вот. Здесь у нас такие холмы. Правильно? Ну, наверное, правильно, просто я же без линз плохо вижу. Тему записывай. Ну да, Валентина, ну все правильно зарисовывает. Пиши тему, Витя, моча, там, орган, чего-то там. Итак, тема урока, анатомия, физиология,
рабочей половой системы. Валентина Ивановна, пожалуйста, оденьте очки и посмотрите, что он там написал и что он там нарисовал. Там совершенно не... Ты чё? Хватит уже на всех стучать. Слышь, ты не офигела, что ты постоянно цепляешься ко мне? Не твое это дело. Качка. Слышь, ты себя видела? Дарина, да ты вообще или что ненормальная? Да вы видите, она меня постоянно обзывает. Больная какая-то девочка на голову. Она мне в ране попала. Стой. Совсем другое лицо.